традиционных вопросов. Пожалуйста, телефоны все на беззвучный. Дети, родители. Папа, на беззвучный. Наберитесь терпения, давайте, если мы откроем сегодняшний турнир. Здравствуйте, уважаемые спортсмены, уважаемые гости, зрители. Сегодня у нас состоится Кубок Харьковской области среди детей от 4 до 11 лет. Параллельно этому мероприятию проходит финал Кубка Украины по пирамиде среди детей от 11 до 16 лет в клубе «Бонзай». И в этом зале сейчас стоит веб-камера. Обратите внимание, вот она стоит. И идет трансляция в тот зал, им видно нас. У нас немножко технически не получилось сделать это наоборот, но нас видят. Поэтому, когда вы проходите возле этой камеры, помахайте ручкой, поприветствуйте старших своих товарищей. Сегодня пройдет у нас две дисциплины. Девятка на пуле и свободная пирамида на русском бедах. Я хочу предоставить слово для открытия нашего турнира Удовкину Олегу Анатольевичу. Поприветствуйте, пожалуйста. Это директор детско-юношеского направления пирамиды Федерации спортивного бильярда Украины. Он приехал к нам издалека посмотреть на нас. У нас есть такая школа, что у нас есть такие спортсмены, такие дети, как вы. Теперь слово предоставляется Удовкину Олегу. Добрый день, уважаемые спортсмены. Я хочу к вам именно обратиться именно этим словом. Уважаемые спортсмены, все мы знаем воспитанников города Харькова. Это вот братьев Паламарей, Шмачинку, Жанну, Афанасьеву, Алену, да, которые заслуживают именно этой аббревиатуры. Уважаемые спортсмены, мы надеемся, что вы эти начинания, которые сегодня будут показаны здесь, не бросите, будете продолжать заниматься этим видом спорта и будете показывать хорошие результаты как на всеукраинских, так и надеемся и на международных соревнованиях. Завтра состоится финал Кубка Украины, финал Кубка Украины в клубе «Бонзай». У кого есть желание, у родителей, у спортсменов, можете прийти, поболеть, посмотреть. Смотри, как играют ребята, классом поучиться, познакомиться с ними. И будем ждать вас в следующем году с Константином на всеукраинских соревнованиях. Надеемся, что вы будете формировать команды и приезжать, отстаивать город Харьков, как когда-то отстаивали вышеперечисленные спортсмены. Кубок города Харькова можно считать открытым, пусть победит сильнейший. Поддержите, пожалуйста, самым младшим. 12. И ему я предоставлю право разбить первому сегодня пирамиду. Поддержите, пожалуйста, еще раз. Сергей.
Выражаем благодарность тоже за поддержку создания бренда школы бильярда «Школа чемпиона», а также за развитие детского и юношеского бильярда в городе Харьков и Харьковской области. Бокус Евгений. Также выражаем вам благодарность за поддержку. Дядька Игорь. Исянгулов Ренат, иди же получи благодарность, как самый младший ученик. Видеосъемку. Обратите внимание, вас сегодня снимают. Что? Спасибо вам большое тоже за то, что вы поддерживаете, за то, что даете нам качественные фото-видеоматериалы. Закончится турнир, и мы все обязательно посмотрим вашу работу, посмотрим этот фотоальбом, посмотрим видеоотчеты, а также трансляцию полуфинала, финала. Все привет. Уважаемая Воронкова Ксения Васильевна, компания-партнер Good Reklama. Искренне выражаю вам благодарность за качественную рекламную продукцию для развития бильярдного спорта в Харьковской области. Также в городе Харьков. Также хочу поблагодарить партнера-тренера. Это Каратеева Анна. Поприветствуйте, пожалуйста. Именно тот человек, который в последнее время тоже создал школу бильярда. Я желаю от себя, от нашей команды успеха в этой работе, чтобы ты не останавливалась. Ты столкнешься с рядом вопросов, не проблем. Все решается на самом деле. Желаем, чтобы школа твоя была как минимум многоколичественная, да, и обязательно было бы качественно. Уважаемый Михайлов Евгений Калиникович, это секретарь нашего сегодняшнего турнира, самый старший представитель бильярда в городе Харьков. Поприветствуйте, пожалуйста. Он с нами из года в год, долгих лет вам жизни. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что вы нам оставили. Скажем так, такой спорт для развития. Мы чего-то. Развивайте дальше. Двигайте дальше. Спасибо. Киевский Юрий Иванович. Поприветствуйте, пожалуйста. Это главный судья сегодняшних наших соревнований. Спасибо вам большое. Сейчас нет в зале собственника нашего клуба «Олимп», да, который нам предоставляет этот зал из года в год. 9 лет здесь базируется главный филиал школы бильярда нашего. Вот. Но обязательно передадим ему благодарность. Это как-никак он был один из, скажем так, идейных двигателей вообще развития спорта бильярдного. Он обязательно приедет сегодня, обязательно на вас посмотрит. Я ему передам от нас благодарность. Теперь я хочу выдать благодарность нашим ученикам, которые искренне выражаю благодарность за поддержку идеи создания нашей школы. Спасибо большое. Спасибо большое.
Возьми пару данных. Золотых Никита. Подходи к нам. В глазах этого человека видно большая страсть к бильярду. Как он горит, как он желает вообще выиграть, как ему все это интересно. Желаю тебе, чтобы не сгорал твой интерес. Ты каждый год, каждый день становится все сильнее и сильнее. Хочу пригласить сразу двух спортсменов, это Крупко Кирилл и Гура Лев. Почему сразу двух? Потому что в своей практике именно этих детей я взял как самых младших. Лева я взял 2,5 года, а Кирилла Крупку, если не ошибаюсь, папа в 3,3. 3,3, да? Спасибо вам большое. Мы плакали, ссорились, что только не было, но я горжусь очень вами. Не всеми остальными ребятами тоже очень горжусь. Вот. Для меня это был, ну, скажу честно, такой маленький эксперимент, да, но получилось, было очень нервно. Но после вас я стал спокойным. Возьмите, пожалуйста, благодарность. Топалов Тимофей, отходи к нам. Спасибо большое тебе за твои победы. Сколько их у тебя? Сколько у тебя кубков? 5 кубков, да? То есть, ну, этот спортсмен, он показал то, что, в принципе, как мне кажется, бильярдному спорту, как минимум в нашей стране, еще неизвестно. Вот. Ты такой у нас единственный. Я тебе желаю соперников побольше, в первую очередь, чтобы они тебя немножко приземлили. Ну, надеюсь, на их соревнования сегодня-завтра у тебя такое найдется. Это очень важно для спортивного твоего роста. Спасибо тебе еще раз, ну, скажем так, за этот бум, который ты сделал, да, в прошлом году. Никто не ожидал, что такое вообще возможно в твоем возрасте. Да. Молодец. Спасибо. Пошли вот этим наставникам всем словам. Уважаемая резник София Руслановна. Благодарим тебя за то, что ты, во-первых, девочка в нашем, ну, одна из немногих, есть Алена Роева, да, старшая девочка. Вот. Хотелось бы, конечно, со временем создать все-таки большую женскую лигу, и которую, я надеюсь, возглавишь ты. Благодарим тебя за идею создания этого всего. Спасибо большое. Данил приехал нам с города Луганск и стал нашим родным товарищем, который уже занимает сколько? 1,5 года? Да, 1,5. Не бросай и дальше. Здесь твои друзья, здесь твои братья по спорту, сестры по спорту. Ну, обрети здесь свою семью. Спасибо. Мне кажется, я всех представил. Я считаю, что наше соревнование можно считать открытым. Давай, Денис, поздравляю. Сейчас
Выслушайте, пожалуйста, регламент турнира. На столах пол. В первую очередь пройдет турнир по девяткам среди пятерых участников. На столах девятка будет проходить до двух побед. Система до двух поражений. Кто слышал, называется система с подбором. На русских столах пройдет свободная пирамида. До двух побед и вверх, и до двух побед и вниз. Вверх — это там, где играют победители, низ — это там, где играют ребята, которые уже один раз проиграли. Полуфинал, финал будут играть до трех. Скорее всего, полуфинал-финал мы будем разыгрывать завтра тоже параллельно в клубе «Банзар». Ну, будем смотреть, как сегодня у нас будет все это происходить. И ребята старше, которые проиграли вчера на финале Кубка Украины. Для вас я тоже решил, для проигравших, сделать такой турнир. Кстати, поаплодируйте. Это ребята, которые вчера участвовали. Я вам желаю не расстраиваться. Это абсолютно нормальное явление, когда ребята приходят впервые на соревнования такого класса и проигрывают. Я не знаю ни одного спортсмена, который бы мог там, с первого раза, со второго раза обойти призы. И когда наши ребята, такие как Родионов и Шугалей, приехали на чемпионат Украины, первые два раза, я не помню даже, чтобы они выиграли партию хотя бы одну. Но сейчас Родионов трехкратный чемпион Украины, Богдан борется за первое место в чемпионате Украины. Надеемся, у него получится это сделать в родном городе. Вы можете, все желающие, можете приехать его обязательно поддержать. Его, Андрея, Данил Тарасенко тоже там наш, Алена Роева. Так что вы задумайтесь, во всем есть смысл. У вас есть старшие товарищи, которые вас направляют. У вас есть наставники, которые помогают вам во всем. То есть у вас есть все для того, чтобы стать успешным. Я хочу напомнить девиз нашей школы. Я всем его говорил. Говорил отдельно. Проводили уроки психологии, настраивал вас. Хочу, чтобы вы его еще раз услышали. Звучит это так. Избавьтесь от любого сомнения, от лени, от возмущения и от зла. И только тогда, с глубоким и чистым желанием верить в себя, вступайте в борьбу за право быть лучше. Соревнования открыты.